К событиям из сферы культуры. В почтовое обращение вышла марка, посвященная 225-летию со дня рождения поэта Александра Сергеевича Пушкина. В честь этого события в Тверском театре юного зрителя состоялась торжественная церемония специального гашения марки. В мероприятии приняли участие директор макрорегиона Центр АО «Почта России» Ксения Ефимова и Сергей Снегирев, министр цифрового развития и информационных технологий Тверской области. На марке изображены фрагмент картины Петра Кончаловского «Пушкин, сочиняющий стихи» и иллюстрация к роману «Евгений Онегин» Анатолия Иткина. В Тверскую область поступило 2400 марок. Добавим, церемония специального гашения – уникальная процедура, имеющая большую историческую ценность. Штемпель выполняется на высоком художественном уровне и отличается от обычного почтового тем, что в его тексте указано название события, памятная дата, к которой он приурочен, и он имеет художественное оформление. Штемпель выпускается к знаменательной дате или событию. Период действия таких штемпелей ограничен.